Йоу, здравствуйте, я Максимадзе, и это обзор на мобильный телефон Samsung GT E1080i. Напоминаю вам о том, что на моем канале идет конкурс на 500 рублей. Конкурс окончится 31 декабря. Любой зритель моего канала может выиграть в нем 500 рублей. В конце видео вам будет задан всего один вопрос, а ответ на него вы узнаете, если будете внимательно это видео смотреть. Так вот, сегодня речь пойдет о Samsung GT E1080i. Телефон вышел, если я не ошибаюсь, в 2009 году и, в общем-то, набрал неплохую популярность. Внешне он выглядит так себе, достаточно привлекательно. Телефон больше бабушкам там подходит кому-нибудь. Тем, кому не нужны такие сильные навороты. Телефончик очень простой. Здесь сверху рамка красного цвета. Она может быть также и серого цвета. Соответственно, будет тогда и вот эта рамка на новике серого цвета. Телефон выпускался, да, в трех цветовых решениях. Это оригинальный серый цвет. Ну, рамка серого цвета и вот это вот. В красном цвете в данном случае и полностью в белом цвете. То есть клавиатура, вот это вот все в белом цвете. Здесь у нас разъем под шнурок. Здесь вот такой вот на заглушке разъем под зарядку и гарнитуру. Зарядка у нас выглядит вот так. Вот так вот коробка выглядит от него. На коробочке тут написано... Так, Dual Band, SOS Message, 40-голосной полифонии и так далее. Ложный вызов есть. Зарядка вот такая вот, с вот таким вот штекером. Своим собственным. В те времена у этих телефонов были свои разъемы, никаких микро-USB, как сейчас. Так вот. Дисплей цветной. Разрешением 128 на 128 пикселей, 65 тысяч цветов. Значит, кнопочки резиновые, пальцы не соскакивают. Клавиатура, конечно, слитная, но тем не менее удобная. Управлять и нажимать очень даже удобно. На фике у нас тут вверх, вниз, слева, вправо и в центр нажимается. Клавиши вызова и сброса, она не зеленая, не красная, белые они тут такие вот. И вот две функциональные клавиши здесь. Сверху надпись Samsung и вот динамик. Динамик тут всего один. Он и разговорный, и звуковой, достаточно громкий. Давайте же откроем телефон. Крышечка за ней вот так вот сдвигается. И здесь у нас находится аккумулятор. Аккумулятор тут на 800 миллиампер. Сейчас вставим в него сим-карту. Здесь сим-карта самая простая. Сейчас, секунду. Давайте вставим в него сим-карту. Он телефон может работать и без сим-карты, но функции, для которых она нужна, будут недоступны. Вставляем аккумулятор и закрываем заднюю крышку. Если я не ошибаюсь, то в таком корпусе выпускалось три модели. Три модели. В данном случае у нас E1080i есть просто. E1080 без i. Чем отличается, фиг его знает. Если вы знаете, то напишите в комментариях. И есть еще E1080W. Отличается, вот он, я особо не знаю чем. У него мелодий больше, намного больше мелодий у него и другая игра.
Такой был у моего одноклассника, бывшего одноклассника, с серой рамочкой. Был такой когда-то. Ладно, давайте его включим. Кнопочки удобные. Что-то тут с контрастностью проблемы. Теле 2. Приветствие можно свое собственное поставить. При первом запуске, да ну нафиг. Значит, у нас здесь оператор, часы, дата, заряд аккумулятора, профиль, прием сигнала. Такой вот. Кнопочки достаточно удобные. Вот так вот блокируется клавиатура. Давайте пройдемся по меню. У нас тут есть сообщение, контакты, журнал вызовов. Сообщение пришло какое-то. Календарь. Заметки. Игра. Так, что это за отправка? Какая нафиг отправка? Игра. Так, настройки, будильник и приложение. Давайте пройдемся по сообщениям. У нас тут можно входящие, так, черновики, настройки, сообщения сети у нас же есть. Контакты. Контакты FDN тут есть. Журнал вызовов. Пропущенные, последние, выходящие, исходящие, диспетчеры вызовов. Календарь. Заметки. Игра. На нее взглянем чуть попозже. Приложение. Калькулятор. Калькулятор тут так себе. Достаточно простой калькулятор. Конвертер есть. Таймер. Секундомер. И фонарик. Но фонарик тут я даже не назвал бы его фонариком. Он просто... Дисплей становится белым, и типа вот так вот надо светить. Толком им вряд ли что-то нормально можно светить. Так что фонариком его нельзя назвать. Ну и меню сим-карты, конечно же. Так, будильник. Можно поставить 5 будильников. Настройки. Настройки профилей у нас тут есть. Обычный, без звука, автомобиль, встреча на улице, автономный. И два своих профиля можно создать. Так, здесь у нас несколько встроенных мелодий. Свои нельзя закачивать. Ну, 40-голосная полифония. Get happy, веселье, блин. Посмотри назад. Правда, есть проблема одна небольшая с динамиком. Если он в кармане как-нибудь так вот упрется, то если зажать динамик, если его закрыть, то видите, ничего не слышно. То есть его в кармане нужно развернуть вот так. Вот так. Просто пропустите звонок, вот этой частью прижмется и все. Так, тут помимо профилей также можно настроить дисплей, обои можно поставить, такие вот свои нельзя, тут три, или можно, чтобы случайным все время оно отображалось. Тема, три темы здесь есть, это Ocean, такая вот в данный момент. Скайл беленькая и такая вот изумрудная. Но изумрудная больше бы шла, если бы серая рамочка была. Так она не идет.
Поставим Ocean. Приветственное сообщение можно поставить. Режим экономии. Подсветка. Время и дата, телефон, безопасность и так далее, короче. И теперь давайте взглянем на игру, которая здесь есть. Такой вот у нас квестик. Короче говоря, такая вот игрушка, надо находить в три в ряд вот так вот устраивать, и там, где взорвались сокровища, у нас клетки желтыми становятся. Надо, чтобы все поле стало желтым, и тогда мы пройдем уровень. Уровней тут приличное количество. Так что, в принципе, поубивать время в этой игрушке можно. В Samsung GT E1080W там была игрушка другая. Там, короче, мячик вот на плитке вот так вот двигался. Его запускаешь, он там блоки разрушал. Там была такая игрушка. Ну и есть прикольная такая еще функция. Можно включить ложный вызов. У меня на 10 секунд настроено. Принять. Неизвестный. Ну и вот так вот, короче. Давайте проверим динамик разговорный. Давайте наберем. Ой. 0890. Давайте позвоним туда и посмотрим. Ваш тарифный план. Свои люди. Мы расскажем про стоимость звонков и СМС на вашем тарифе, а также о том, как его изменить, если нажмете 1. Интернет и все необходимое для него 2. Узнать наличие. В общем, вы поняли. Списки вызовов у нас тут, короче. Ну, такой вот телефончик. Простенький. Для старшего пожилого поколения сойдет. Этот телефончик популярен. Был когда-то. Теперь он у меня в коллекции. Вчера достался мне. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. У него еще память до 200 контактов поддерживает. Ну а теперь переходим к сегодняшнему вопросу. Если вы внимательно смотрели это видео, то вы должны знать ответ. Какая мелодия звонка? Какая мелодия стоит на звонке? Варианты ответа. Basic Tone, Samsung Tune или Secret Life. Пишите вариант ответ, правильный вариант ответа в комментариях. Мы обязательно ваши комментарии проверим. Ну а на этом, пожалуй, все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Я не настаиваю. Вступайте в сообщество ВКонтакте, подписывайтесь на запасной канал Блумазы. Как только найдется то, на что можно на него выложить, так сразу это выложим. Всем пока, с вами был Максим Мазы.